Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на гравюр. Гравер. МГ-220. Фирма вот такая вот. Стоил 2500 рублей. На самом деле я очень долго выбирала. Хотелось подешевле. Но не так дорого, чтобы было. Ну, в ДНСе был вот этот с хорошими отзывами. Очень много отзывов было. Там 150 отзывов целых. Но это было самое большее. Где было довольно много отзывов. И давайте его посмотрим. Такая потертая немножко у него упаковка. Но знаете, самый большой минус, то, что его открыли, показали мне. А закрыть чемодан не смогли, он не помещается туда. Но это, кстати, у многих моделей. Ну, у всех так кажется. Так что будем сейчас открывать и смотреть. Надо было, конечно, сразу запомнить, как он там лежал. Вот. Здесь очень много всяких, прям всяких насадок. Так, это уже вот откуда-то выскочило. Так, ну тут, смотрите, здесь очень много разных насадок. Там всякие. Много всякие вот щеточки. А, есть даже сверла. То есть, смотрела я обзоры, не находила. Ну, не всегда. Вот это вот какое-то другое. А вот тут вот. Вот оно сверло, то есть им можно вот что-то такое вот маленькое, там дырочку какую-нибудь маленькую просверлить. То есть они есть. Для меня это было очень важно, чтобы она была, потому что я как раз занимаюсь, делаю украшения эпоксидной смолы, и мне, конечно, это надо. Мне надо как раз шлифовать вот эти вот все, ну и сверла, конечно. Здесь, наверное, тоже. Здесь очень много насадочек разных, всякие вон. Это тут она выскочила. Вот всякие баночки. Давайте посмотрим, что же тут за баночки такие. Сейчас как выскочит там что-нибудь. А, это вот, кстати, наверное. А, всякие шлифовальные. Во! Смотрите, тут как их много. Чтобы вот шлифовать. Тут целая упаковка, целая баночка. Их тут, наверное, штук 20 может быть. Классно, смотрите. То есть они есть. Их много. Можно купить, и потом вот так вот в баночке будет храниться. Чемоданчик сам, конечно, не очень. Хлипки везде пишут, быстро ломаются, но все же. А тут поменьше немножко такие же. Ну да, вот есть такие, а есть вот плоский, если вот надо. А здесь уже какая-то зеленая жидкость. Такая, как пластилином пахнет, как будто. Ну, видимо, ей что-то смазывать, наверное, надо. Здесь что у нас? А, здесь тоже маленькие какие-то диски такие шлифовальные. Здесь что? Еще меньше. И еще меньше. Ну, то есть, получается, да, вот это все диски шлифовальные. И, по-моему, вот это вот как раз масло, чтобы смазывать вот... Еще какая-то штука есть, вал, что ли, называется, как-то не помню. Вот, то есть тут вот и мягенькие есть. Поближе потом я вам все это покажу. Давайте посмотрим сам аппарат. О, сам он, кстати, тяжеловатенький такой, довольно такой хорошенький. Здесь есть кнопка выключения, включения. Это, кстати, очень удобно. Включил в розетку, да, и он и сразу ваш там задребезжал. А еще лежит какое-то время. Вот, когда его включали, был немножечко запах, но, видимо, это, может, первый раз. Я спросила, мол, так должно быть, должно быть. Есть ручка, его можно подвесить где-нибудь. Он как, не как ножка, а как ручка. Здесь выбирается программа. Вот такой. Ну, вот он, да, этот вал. И еще там какая-то штучка, не знаю. То есть, ну вот, держать его. Держать его, да, наверное, вот он все-таки тяжеловато это будет. Вот, знаю, что через вот этот вот, как раз через эту вот штуку можно подключать, вроде бы как, вот эти вот запчасти всякие, и через нее. Вот там вставляется где-то.
А вот сюда она закручивается, а тут вот из нее, наверное, есть тоже что-то. Кнопочка какая-то. Вот, ну, в любом случае я буду пробовать и потом вам покажу, потому что я, как говорила, уже шлифую эпоксидную смолу, и просто вот наждачной бумагой это очень неудобно, это очень долго. Так, ну вот, смотрите, есть какая-то такая щеточка. Вот они тут эти сами. Такие вон всякие щеточки, коробочки. Металлические, тут вот мягенькие. Тут вот еще там всякие.